В Стамбуле, 19 века, дочь служащего посольства Российской империи Анна случайно знакомится с османским султаном Махмудом II. Впечатленный интеллектом и прогрессивными взглядами девушки, правитель влюбляется в нее и приглашает учить его детей. У Анны есть жених. Николай, она совсем не хочет оказаться запертой во дворце, к тому же ей предлагают поселиться в гареме, что для нее совсем унизительно. Русский посол Дмитрий, оказавшийся на самом деле французским шпионом, угрожая убить отца Анны, заставляет ее принять предложение, ему нужен свой осведомитель во дворце.